Термоса заполнены горячим чаем. Мы уезжаем домой. Довольные, счастливые, отдохнувшие. Прощальный взгляд на Эдем. Надеемся, мы сюда вернемся. Вот такая тут красивая лестница. Все, я хотела ее заснять. Наконец-то собралась. Буквально через полчаса мы выезжаем из отеля и делаем последние кадры этого прекрасного места. Очень нам тут понравилось. Уезжать неохота, но надо. Хорошего помаленечку надо работать, учиться и собираться. Вот, я хочу еще показать холл. Вот это третий этаж. Тут номера. Для проживания. На третьем этаже уже с животными не живут. Только на втором. Доброе утро. Вот этот вот холл тоже мне очень понравился. Все красиво украшено. И вот здесь такое чудесное место есть. Ой, здесь вот можно сидеть. Здесь есть фитобар, он сейчас закрыт. Вот он закрыт. Там продают чаи различные, кислородные коктейли. И вот в этом месте можно сидеть и любоваться на горы. Вот такой вид. Я сяду сюда. И вот так мы тут сидели и принимали коктейли кислородные. Вот такая красота, тишина, спокойствие. Еще обычно играет музычка, расслабляющая, тихая, спокойная музыка. Вот такая красота. Что сегодня на улице происходит у нас? Мороз. Кстати, вот напротив, на санатории Сибирь, есть табло. На этом минус 16 показывает. Давление показывает. И время 9:26. Вот. И вот по этой горе тоже есть тропы. Вот как раз с этой горы я снимала видео, когда забирала. Красота, тут все в зелени, кругом цветочки, роза растет, очень красиво, все наряжено, все украшено к Новому году, новогоднее настроение, вот такая красота, и вот такая красивая лестница, кроме той, еще вот это тоже мраморные ступеньки, это лестница. Сейчас мы спускаемся на второй этаж. Тут тоже холл небольшой, но тут уже вид не такой, как с третьего. Все, мы идем в свой номер. Вот там детский уголок. Тут тоже украшено все к Новому году. Вот это уже второй этаж, наш номер. Минеральная вода Завьяловская. После нее, выпив ее, вот так люди испиваются. Кашка не слазишь никогда. Покажи голос за кадром. А вот голос за кадром. За кадровый съемочек. Пошли. Так, видео включено, да? Да, вот Катунь. Мы как бы едем на выезд из Белокурихи. Вот. Вот за этой стеной каменной находится... Нет, не здесь.
здесь еще чуть подальше. Так, стоп, 5 минут. Да, вот впереди наш отель. Вот за этим каменным забором находится территория Эдема с бассейном, с такими всякими развлечениями детскими. Вот это наш санаторий Эдем, в котором мы отдыхаем, в котором наш приняли с собачкой, с нашей. И принимают, мы узнали, оказывается, гостей с другими большими, крупными, ну, как считается, у нас крупная собачка, с крупными животными. Вот нам сказали, что тут и овчарка была какая-то, и еще какие-то такие крупные собаки. Ну, то есть в этом отеле принимают гостей с питомцами, не только с маленькими, но и с питомцами покрупней. Вот за отелем есть гаражи. И вот эти гаражи совершенно бесплатные. Если гараж свободен, то дают ключи, и ты ставишь все время машину свою вот в этот гараж. А вот эти машины, которые стоят на улице, они ждут, пока мы съедем. И когда мы съедем, им дадут наши ключи от нашего гаража. Задняя сторона санатория. Выходит она на сосновый бор. Чего, поехали? Не могу ехать, там у меня это... Вот. И мы буквально одну ночь у нас машина на улице простояла. Потом мы ее ставили все время вот в такой гаражик. Вот они все сейчас закрыты. Очень удобно, очень удобно. И причем эта услуга бесплатная, входит в стоимость путевки. Чему мы были несказанно удивлены и рады, когда въехали.